С детворою экранов соберемся в выходной. Здесь тебе мы очень рады, нашей дружной семьей. Если хочешь много знать, ты нам с тобою по пути. Все ответы на вопросы только маленькой компании. Привет, моя маленькая компания. Привет, Айла и Алена. Привет! У нас отличное настроение, и мы спешим им поделиться со всеми. А все потому, что совсем скоро самые долгожданные, самые большие, самые любимые, самые клевые летние каникулы. И проводить мы их будем весело, интересно и, конечно же, полезно. Особенным этот май станет и для выпускников детского сада. А все потому, что мальчишки и девчонки уже попрощались со своими воспитателями, друзьями и любимым садиком. А в сентябре станут первоклассниками и сядут за школьную парту. Это точно. Девочки, а как считаете вы, для чего нужно ходить в детский сад? Прежде всего, детский сад дает возможность общения со сверстниками. В детском саду ребенок знакомится с определенными правилами поведения и учится их соблюдать. А я считаю, то, что в детский сад нужно ходить для того, чтобы научиться общаться друг с другом и получить нужные знания перед школой. А мы решили спросить у друзей нашей маленькой компании, что для них детский сад. Все ответы на вопросы только маленькой компании. Сюда дети приходят, чтобы учиться, и потом, когда мы станем взрослыми, можно идти в школу, и мы бы все узнали. Можно узнать много нового и интересного. А еще можно ходить на прогулки, играть в подвижные игры. На прогулку ходим, потом опять кушаем и спим. Там дети гуляют, рисуют, лепят. Еще можно себе найти друга, который будет весело играть. Большое здание, куда родители отводят детей. Сами они идут на работу, дети играют, спят, кушают, выходят на прогулку. Дети занимаются бассейном, на спортивной площадке. Детям нравится играть в пазл, строить замки, дома из конструктора. Дети здесь играют, учатся, спят и едят и ходят на улицу. Это дом для всех ребят, это радость, это смех. Это 100 друзей на всех. А еще там часто проводятся праздники, развлечения для детей. Все ответы на вопросы только маленькой компании. Я думаю, выпускникам очень грустно прощаться с детским садом. Конечно, ведь все привыкли друг к другу, подружились. А еще и воспитатели придумывали много разных игр и развлечений для ребят. Поэтому расставаться всегда грустно. Конечно, в каждом из детских садов прошли выпускные балы, где девочки были похожи на настоящих принцесс, а мальчики на маленьких принцев. На выпускном балу все веселятся, поют, танцуют, читают стихи и выпускают в небо воздушные шары. Наша маленькая компания побывала на выпускном балу в 40-м саду. Давайте познакомим телезрителей с выпускниками. С удовольствием. Все ответы на вопросы только маленькой компании. 89 дошколят. Именно столько мальчишек и девчонок в этом году стали выпускниками 40-го Лидского детского сада. Для них детский сад стал вторым домом. Именно здесь заботливые воспитатели учили ребят дружить и любить, сопереживать и помогать. В его стенах дети нашли добрых и верных друзей. А еще выучили десятки песен, танцев и стихов. Отплясали много утренников, побывали на занятиях и экскурсиях. Здесь же впервые познакомились с буквами и цифрами. Нашей маленькой компании выпускники 40-го Лидского детского сада признались. Каждый день здесь был ярким, интересным и по-своему запоминающимся. Детский сад – это такой красивый, чудесный дом, куда нас водят –
мамы и папы. Мне больше всего запомнилось друзья, интересные занятия и веселые праздники. К одному из самых важных дней, выпускному балу, дошколята долго готовились. Девочки продумывали прически и наряды, мальчики тоже хотели выглядеть стильно и модно. Вместе с музыкальным руководителем и воспитателями учили стихи, танцы и песни. Прощаться всегда грустно, ведь в детском саду остаются любимые воспитатели, которые на протяжении нескольких лет готовы были прийти на помощь. А еще книжки, пазлы, игрушки и многое-многое другое. Уже в сентябре многие из этих ребят сядут за школьную парту и станут первоклассниками. В школу дошколятам очень хочется. В школу ходят для того, чтобы получить новые знания, научиться читать и писать. Школа даст возможность найти себе новых друзей, стать воспитанным и любить свою родину. Во время праздника дети попрощались и с любимыми игрушками. Теперь они будут больше времени проводить в компании книг и тетрадей. Несмотря на то, что этим ребятам всего по 6-7 лет, у каждого из них большие планы. Все без исключения хотят стать школьниками, а после школы мечтают учиться в университете и получить профессию, о которой мечтают уже сейчас. Есть и те, кто стремится продолжить семейную династию. Я хочу стать спасателем, потому что мои родители работают в службе спасения. Они мой пример. Я хочу стать храбрым, сильным, смелым, как мой папа, добрым, целеустремленным, как моя мама. Я хочу помогать людям сохранить жизнь. Когда я вырасту, я хочу стать воспитателем, потому что у нас добрые, хорошие воспитатели. Я мечтаю стать архитектором, потому что я могу хорошо рисовать дома. Я мечтаю построить дом под водой. Сверху будет крыша, когда включают снизу свет, она светится ночью. Там будут окна, из них можно будет видеть воду. На празднике дошколята получили и свои первые награды – дипломы об окончании детского сада. А на прощание мальчишки и девчонки выпустили в небо воздушные шары. Ребята уверены, все их мечты обязательно сбудутся. И в будущем каждый из этих дошколят сможет прославить родной детский сад, город и нашу страну. На этой неделе в календаре значится два необычных праздника. Один из них – это Международный день близнецов. Как считаете вы, хорошо или плохо иметь сестру или брата-близнеца? Я думаю, хорошо иметь сестру-близняшку. Я тоже считаю, что иметь сестру-близняшку очень классно. А вы бы хотели, чтобы у вас была сестра-близняшка? Я бы хотела, чтобы у меня была сестричка-близняшка. Родная душа, которая всегда с тобой рядом на протяжении всей твоей жизни. Я бы тоже очень хотела, чтобы у меня была сестра-близняшка. Всегда найдется с кем поиграть, когда тебе скучно. Ты можешь помогать делать ей домашку, а она тебе. А близняшки, они всегда должны одеваться одинаково или, может быть, по-разному? Я думаю, до школы очень классно их одевать в одинаковую одежду. Но потом они должны сами себе выбирать одежду, интересы, потому что у каждого должна быть своя индивидуальность. А я считаю, что близняшки не должны одеваться в одинаковую одежду, потому что каждый должен показать свой характер и индивидуальность. Ох, вы какие! Давайте познакомимся с девочками-близняшками и узнаем, что думают они по этому поводу. Все ответы на вопросы только маленькой компании.
Виолетта и Таисия Юхновец – настоящая гордость 31-го Лицкого детского сада. Девочки-близняшки везде приковывают к себе внимание – в группе, на прогулке или экскурсии. Нашей маленькой компании сестры признались – уже давно привыкли к тому, что их путают и совсем не обижаются по этому поводу. Несмотря на то, что внешне Виолетта и Таисия очень похожи, характеры у них разные. Виолетта всегда стремится занять роль лидера. Она более активная, напористая и всегда готова вступиться как за себя, так и за сестру. Таисия же более спокойная, скромная и стеснительная девочка. Близняшки признаются, они рады, что есть друг у друга, ведь рядом всегда родной человек, который поможет и поддержит. Никогда не бывает скучно. Я веселая, умная, добрая, красивая. Мы играем вместе конструктор, пазлы, куклы. Если дома все свободное время сестры проводят вместе, то в садике так получается не всегда. Бывает так, что девочки играют в разные игры с разными друзьями. Все привыкли видеть одинаково одетых близняшек. Но Виолетта и Таисия не всегда такие. Очень часто они выбирают одежду одной модели, но разного цвета. Говорят, так проявляется их индивидуальность. Несмотря на то, что внешне они одинаковые, сестры хотят отличаться и выделяться. Когда мы были маленькие, у нас мама одевала одинаково себе по-ладиному. Когда мы приходим в магазин, мы выбираем ладину одежду. Девочки очень активные и любознательные. И в детском саду, и дома не сидят на месте. Всегда находят занятия по душе. Любят рисовать, собирать алмазные мозаики, лепить, играть в сюжетно-ролевые игры. В детском саду они вместе посещают объединение по интересам по хореографии и блистают на утренниках и других мероприятиях. В этом учебном году сестры попрощались с детским садом и уже 1 сентября станут первоклассницами и сядут за школьную парту. Сейчас все силы девочек направлены на подготовку к школе. Все ответы на вопросы только маленькой компании. Вероника, ты говорила, что на этой неделе есть два необычных праздника. О первом мы уже узнали. А какой второй праздник? Наверняка об этом празднике знают все любители животных. Всемирный день черепахи. Вот какой праздник. Что вы знаете о черепахах? Черепахи – одни из древнейших жителей нашей планеты. Они остались такими же, как их предки 100-200 миллионов лет назад. Черепахи являются долгожителями. 150 лет – нормальный возраст для сухопутной черепахи. Бывают, живут они по 200 и более лет. А я знаю интересный факт о морских черепахах. Морские черепахи всю жизнь проводят в воде, а выползают на берег только для того, чтобы отложить яйца. Причем всегда выбирают то место, где когда-то появились сами, даже если им придется проплыть тысячи километров, чтобы достигнуть этого места. Вырыв на берегу ямку, самка откладывает несколько десятков яиц, а потом возвращается обратно в море. А сейчас предлагаю познакомиться с морской и сухопутной черепахами, которые живут в центре экологии, туризма и краеведения. А познакомят нас с ними сестры-близняшки. Все ответы на вопросы только маленькой компании. В центре экологии, туризма и краеведения ежегодно празднуют Всемирный день черепах. Здесь сразу две виновницы торжества. Водная черепаха по кличке Асоль и сухопутная черепаха Тортила. Ухаживать за ними особенно любят Полина и Лиза Бирюк. Девочки посещают объединение по интересам в мире животных. Нашей маленькой компании они рассказали, в их живом уголке много жителей. Но сестрам больше всего нравятся черепахи. Этих животных девочки хорошо изучили и знают. Тело у черепах короткое, спрятано в панцирь. Панцирь очень твердый. Он защищает черепаху от врагов и служит ей домиком. На четырех лапах у сухопутной черепахи когти, чтобы было удобно ползать по земле и зарываться в песок. А у водоплавающей черепахи на лапах есть перепонки, чтобы быстро плавать и хорошо нырять. Есть у черепах и короткий хвост. На голове глаза, нос, рот и уши. Во время опасности черепаха прячется в панцирь и становится похожа на камень. Сухопутная черепаха Тортила живет в центре более 10 лет. Она большая
большая привереда. Жить в клетке ей не хочется, а поэтому черепаха путешествует по территории живого уголка. У нее есть отдельное место, где тортилла спит, и столовая. Покушать черепашка не откажется. С удовольствием полакомится травой, одуванчиками, овощами. А больше всего любит белые сухари. Она любит греться на солнышке. Она не может сидеть на одном месте. У нее есть свое место. Кухня, зал. И летом мы выносим ее на улицу. За ней надо постоянно смотреть. Если ты отвернешься, то она уже убежит. А это водная черепаха Асоль. Большую часть своей жизни она проводит, плавая в аквариуме. Любит Асоль погреться на солнышке. Это отлично знают воспитанники центра. А поэтому в летний период выносят черепашку на улицу. Асоль здесь быстро осваивается и с удовольствием путешествует по территории. Обратите внимание, очень часто говорят «медленный, как черепаха». Но Асоль опровергает это высказывание. Передвигается черепашка достаточно быстро. На улице за ней нужен постоянный присмотр, иначе она продолжит свое путешествие и за территорией центра. Чтобы водной черепашке в домашних условиях жилось уютно, ей нужна чистая вода, тепло и правильное питание. Она красноухая, потому что у нее на глазах, возле глаз есть уши, и они красные. А еще у нее есть желтое брюхо, потому что над сельцем у нее желтое пятнышко. Она любит кушать мясо, карася она съедает полностью. И еще она питается специальным кормом для черепах. В живом уголке она любит плавать в аквариуме. И иногда мы ее выносим на солнышко. Она может продержаться на солнце без воды 72 часа. Во Всемирный день черепахи для своих питомцев в центре устроили настоящий праздник. Черепахам разрешили подольше путешествовать по территории центра и угостили лакомством, которое они любят больше всего. Если и вы хотите поближе познакомиться с Асоль и тортиллой, обязательно приходите в Центр экологии, туризма и краеведения. В объединении по интересам не только расскажут о черепашках и других животных, а еще научат за ними ухаживать. Все ответы на вопросы только маленькой компании. Спасибо, Айла, спасибо, Алена, мне и, я думаю, нашим телезрителям очень запомнились ваши истории. Если у вас есть интересная история и вы хотите нам ее рассказать, обязательно пишите в Instagram Лида ТВ, и мы расскажем про вас всей нашей маленькой компании. Ну что ж, а сейчас настало время прощаться с мальчишками и девчонками ровно на неделю. До встречи в следующую субботу. Пока-пока! С детворою экранов соберемся в выходной. Здесь тебе мы очень рады, нашей дружной семьей. Если хочешь много знать, ты нам с тобой.